После того, как я научилась делать пиццу, я ее больше никогда не буду заказывать. Я всегда делаю сама, готовится она буквально 10 минут. Сахар, соль, дрожжи, мука, теплое молоко, немного перемешиваю, добавляю оливкового масла и отправляюсь на 5 минут дрожжам просто поработать. Через 5 минут я добавляю еще где-то 1,5-2 стакана муки, замешиваю руками, если надо, добавляю немного масла и выкладываю это все на противень, смазанный маслом. Разминаю и распределяю руками. Так это делается быстрее. Я так подсмотрела, так делают всегда итальянцы в пиццерии. Дальше короночка моя любимая. Это майонез и кетчуп. Кетчунес. Любая начинка сверху. Побольше сыра. У меня тут моцарелла и, по-моему, это был пармезанчик. И отправляю в духовку на 13 минут. И вуаля, вкусная пицца готова. Заходи в Телеграм, там больше рецептов.